Сердечный букет, цветочный шкаф и живой Алтай. Километр ярких фантазий увидели в этот день барнаульцы. Свои композиции представили предприниматели, учреждения здравоохранения и различные образовательные учреждения края. Всего больше 80 шедевров. На создание этой почти двухметровой композиции, говорят авторы, потребовалось около недели. Это довольно очень приятное ощущение – дарить людям радость, вкладывать свое старание, фантазию. И вот, ну, когда ты это делаешь, ты делаешь как для себя. Цветочный сад не оставил равнодушным ни одного барнаульца. Гости выставки наслаждались яркими красками и охотно фотографировались с произведениями искусства. Самая такая интересная для меня была – это вот… Вот это, допустим, композиция. И также вон шкафчик достаточно. А чем понравилось именно это? Необычное, оригинальное? Ну да, с подсветкой вечером очень красиво возле дома будет, допустим, смотреться, если, допустим, сделать такой же дома. Раньше выставка цветов открывалась в День города. По словам главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, это было крайне неудобно. Не было просторного места, поэтому дату перенесли на 1 сентября. Теперь насладиться красотой могут все желающие. Цветы – это, наверное, неотъемлемый элемент вообще для каждого человека и для каждой семьи. Мы бы куда ни шли, мы несем с собой цветы. Цветы – это красота, любовь, это счастье. Завершился праздничный день выступлением кавер-группы «25-й кадр» и ярким салютом. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.